Нет, он молодец. Да. То, о чем мы с администрацией договорились и пообещали жителям, это исполнено. Вот. Сейчас тут присутствует еще и подрядная организация, которая будет проводить ремонт в данных квартирах. Самый пострадавший – это, конечно, пятый этаж, который залили, ну и четвертый. Для начала эти квартиры надо очень хорошо просушить, чтобы сделать качественный ремонт, пригодный для жизни. Начаты уже ремонтно-восстановительные работы квартир пострадавших жителей. Сейчас определяется очередность вместе с представителем застройщика. И, соответственно, уже некоторые из жителей получили социальные выплаты. Но это именно те, кто реально потерял имущество, те, которые реально пострадали квартиры.